Этот праздник наполнен особой теплотой, искренностью и благодарностью самому родному человеку. В последнее воскресенье осени отмечается День матери. И в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы прекрасного пола, 28 ноября – День женщин, которые подарили жизнь. Накануне праздника жительниц Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя. Помнишь, когда в свои 5 ты прятался от грозы под одеялом? Она нежно гладила по голове. Когда в свои 16, возвращаясь под утро с первого свидания, ты видел на фоне темных окон свет на вашей кухне. И в минуты, когда, казалось бы, весь мир против тебя, именно она оказывалась рядом. И только тогда ты понимаешь, что она чувствовала все эти годы, когда уже твой малыш говорит: «Я люблю тебя, мама. Я люблю тебя не за что, просто так, за то, что ты моя мама». В возрасте подростковом, наверное, 14-15 лет, в этом возрасте я начала понимать, что она мой друг. Сегодня Татьяна – мама 6 детей. Старшей 23, младшему 6. В ее семье бывало всякое – ссоры, детские обиды, радость и гордость. Оно и понятно. Многодетная семья – это большой разнохарактерный коллектив, где у каждого есть свои особенности. Каждому необходим свой подход. В пятницу 26 ноября Татьяна Кузнецова наряду с тверичанками Еленой Васильевой и Светланой Ивановой была удостоена высшей региональной награды для мам «Слава матери». Также в этот день стали известны победители областного конкурса «Лучшее семейное подворье». Победителем стала семья Бажановых из Калязинского района. Второе место досталось Эдуарду и Оксане Метелкиным из Молокова, которые воспитывают 6 детей, самому младшему 6. Даже маленькие дети, вот у нас самые маленькие сейчас дома остались тоже, даже они помогают. Ну, то есть, никак. Да, ни коровы, ни лошади, они как бы не боятся, ну, даже их не трогают, они настолько привыкли к ним, что как маленькие хозяева. Из Твери в родные края победители конкурса «Лучшее семейное подворье» возвращались на новеньких авто. Супруги и дети говорят, что без женской поддержки, без маминой заботы их семьи вряд ли смогли держать такие хозяйства и уж тем более стать лучшими в регионе. Греет. Всех, дома, да, дома забота. Да-да-да, то, что приходишь домой с работы, тепло, вкусно. Поздравляя мам, глава региона Игорь Руденя напомнил о федеральных и региональных мерах поддержки семей, которые дают свой результат. В планах следующего года – расширение жилищной программы, обеспечение школьной формой всех детей из многодетных семей. Сейчас готовится ряд дополнительных новшеств. О них станет известно позднее. Праздничный день – это прежде всего подарки и теплые слова. Дорогие наши мамы, вы ежедневно, круглосуточно, без выходных, выполняете, наверное, самую главную работу. Вы являетесь хранителями домашнего очага. Я думаю, что ваши мужья, кстати, присутствуют, это тоже очень важно. Мы все очень ценим ваш труд. И как бы вам не казалось, что вот эта работа ежедневная, такая рутинная, что у вас вот все это постоянно происходит дома. На самом деле это самая главная работа, это самый почетный. Предстоящее воскресенье – отличный повод навестить своих мам. За чашкой чая вспомнить, как принес домой ведро лягушек, которых ловили всей семьей по квартире до позднего вечера. А после был суточный запрет на прогулку. Как она всю ночь просидела с тобой возле подъезда, слушая историю про первую неразделенную любовь. У каждого, уверена, найдется немало своих детских воспоминаний, когда маме приходилось краснеть, переживать, успокаивать. Казалось бы, всего и надо, что сказать самой дорогой и близкой, той, что всегда поймет и поддержит. Спасибо, что ты есть.